коронавирусная инфекция относится к опасным инфекционным болезням. И по опасным инфекционным болезням мы ведем постоянную работу. У нас разработан план, который мы обновляем ежегодно, схема взаимодействия с различными организациями. Город готов, если вдруг что-то случится и произойдет какой-то завоз, у нас все мероприятия отработаны. Если человек попадает в инфекционную больницу с признаками какими-либо острых респираторных вирусных инфекций или с температурой, то тогда его и есть в анамнезе контакт с больным, но таких еще не было, или просто пребывание в Китайской Народной Республике, тогда его обследуют на коронавирус. В целом, в Сочи ситуация с ОРВИ и гриппом стабильна, рассказали в Роспотребнадзоре. Заболеваемость не превышает средних многолетних показателей и ниже прошлогодних в 2 раза. Сегодня в неделю в Сочи регистрируют порядка 500 случаев ОРВИ и около 20 гриппа. Для сравнения, в прошлом году регистрировали около 700 случаев ОРВИ в неделю и порядка 35 гриппа.